Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет-канал Максимадзе, и мы снова переходим к рубрике «Мода на игру», когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Короче, прежде чем мы начнем смотреть на новые так называемые шедевры модотворчества, немножко по поводу предыдущего выпуска. Вот был мод, который был связан с игрой FNF. Я забыл полное название. Ну, в общем, там музыкальная, ритмическая такая игра была, и там персонажи. Я сказал, что они уродливые, ну, потому что они реально уродливые, мне, на мой взгляд, мне не нравятся. Конечно же, многие возненавидели меня и понаставили дизлайков. Не, конечно, я не против этого, абсолютно. Кому-то может игра нравиться, кому-то нет. И если кто-то не согласен, что персонажи... с тем, что персонажи уродливые, конечно, может поставить дизлайк, это прям вообще без проблем. Но, кроме этого, автор этого мода, Энрис, это же он автор мода или нет? Вроде бы да. Этот мод получил минус, потому что мод довольно-таки слабенький был. Он был недоволен своей оценкой, говорит, что не понимает критерии оценивания модов. Говорит, что новичок, который слабо моды, не получается качественный, который не может еще качественный мод сделать. А ты ему минус ставишь. Зачем? А вот я объясню. Потому что если бы я бы так оценивал моды, если бы новичка жалеть, ну там всякое, ну он старался же там немного, тогда у всех модов были бы плюсики. У всех абсолютно. Или плюс-минус как минимум. Так что я оцениваю так, как я считаю нужным. Независимо абсолютно от того, кто сделал. Я оцениваю именно так, как сделал. Так что надеюсь, вы поняли. А мы начинаем. Первый мод называется «Когда соседа ремейк». Просто «Когда соседа ремейк» и все. Такая вот менюшка, выглядит неплохо. Здесь, конечно, с текстурками немножко проблема. Ну ладно. Нажимаем на настройки. Рожа соседа меняется, прикольно. Авторы у нас тут. Оригинальные игры. Тут всего 3 уровня, я смотрю. Но менюшка выглядит неплохо. Да, тут с графикой, конечно, проблем куча. Но все равно менюшка прикольная. Поехали. Давайте посмотрим. Что это за шкала такая странная? А, вот оно что. Да, если бы я действительно бы так оценивал, что новичок, там он старался, все такое, то реально всем, у всех модов плюсики будут. И смысла оценивать моды вообще не было бы тогда. Он быстренько в дверь, кстати, заходит, я смотрю. Думаю, на этом все. Кстати, тут не Джо, а Вуди у нас. А, в смысле, все. Что, дальше ничего не делать нельзя? Проиграть только, что ли? Ну ладно. Нельзя так нельзя. Может, можно, но я так чувствую, что нельзя. Сюрприз ко дню рождения. Так, тут ничего под текстом не поменялось. Смотрим, что у нас тут. Так, из консольной версии взят этот, картинка взята. Конечно, совсем некачественно, но ладно, хотя бы так. Так, вот эта штука с туалетной бумагой из ремастера взята. Ha ha ha.
такую. Так, все сделали, осталось спрятаться в шкаф. Сюда зайти нельзя. Там собака у нас еще, блин. Она настоящая, интересно, или нет? Я такое чувство, что... Блин. Я случайно нажал. Я случайно нажал вообще сейчас. Блин. Я вообще... Я случайно правую кнопку мыши нажал. Ладно, 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 ладно. Ничего, 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 ничего. Унитаз оранжевым каким-то стал. После засорения. Да блин, промахиваюсь чуть немного. Можно менять рожицу. Можно менять рожу, прикольно. Респект за это. Так, ну и последний уровень, банный день у нас называется. Так, понятно. Тоже ничего не поменялось по тексту. Так, этот уровень еще и ночной у нас. Тоже из консольной версии взято. Тем не менее. Ночные уровни я люблю. Торопился, наверное, немного с... А чё, комод тут делает? Да, ну тут окно ночное, а тут, по-моему, дневное. Ну или вечернее. А, я забыл, что мусорки тут нет, по сути. Что-то я не понял, почему он
Почему он через кухню-то пошел, интересно? Хорошо, что я успел воду, набрать воду. Да, вот я говорю, что обожаю ночные уровни, люблю их, мне нравятся, очень красиво они выглядят. В консольной версии они появились, их там было всего лишь два. Я когда их читал в консольной версии, только понял, что их всего два. Бас и Do It Yourself. До этого мне казалось, что их больше было, а их, оказывается, два всего. Если бы был бы один, я бы точно бы это заметил. В ремастере вот один всего, и я это быстро заметил. Лучше бы было два хотя бы. И желательно, чтобы второй из них был в третьем сезоне. Ну или хотя бы во втором. Но лучше в третьем. Вроде возвращается их много. Четыре, по-моему, там ночных уровней. Ну что ж, всего три уровня. Менюшка прикольная. Уровней, конечно, мало, но мне менюшка понравилась. И вот за старание запихать в картинки с консольной версии, это довольно прикольно. Мод, конечно, не очень, но все-таки менюшка понравилась. Поэтому вот поэтому поставлю плюс-минус. Плюс именно за меню прикольное. Ладно, переходим к следующему моду. Следующий мод мы с вами играли. Называется Neighbors Break Room Hell Remaster. И на него вышла обнова, я так понимаю. Менюшка довольно красивая тоже. Авторы у нас тут. Начать игру. Ну, как вы помните, здесь у нас такое вот меню. Прикольными иконками, но почему-то тут черное какое-то все. Какие-то тени непонятные. Зачем надо было так делать, непонятно. Я так понимаю, этот мод еще и полный. Хотя не уверен. Ну, давайте посмотрим. О, а вот экран вот этот прикольный. Качественный даже. Быстренько. Музыка из второй части, кстати, смотрю, играет. Так, все за борт. Хей, на круизном лайнере. Пройти не составит труда, ну ладно. Блин, реально вот этот экранчик качественный, очень прикольный. Хе, да, мы на теплоходе, блин. Обалдеть. А кто-то, а если это не будет, то кто тогда в трубе? Гарри, что ли, тогда?
Хотя, мне кажется, волосы тогда были бы... Хотя, вот тут волосы чуть-чуть видно. Говорит, они светлые. Что, Гарри? Так что вряд ли ты Гарри. Плюшевое тело какое-то, блин. Там лежит внутри. Поехали нафиг. Да. Как такое возможно? С дверью. Да, и второй части музыка у нас тут играет. Так, вот и пошли уровни уже из первого сезона. Посмотрим, можно ли тут открыть второй сезон. Посмотрим, какие уровни изменились, какие нет. Вот, кстати, о чем хочется с вами поговорить. Вот есть такие рубрики, вот, как моды там проходишь по всякому. Вот мы с Эндрю Сэндом проходит, кто-то еще проходит. Вот есть такие... ютуберы Куплинов, например, который раньше, с 2014 по 2017 год, снимал каждую субботу Happy Wheels. Там игра, где люди могут создавать свои собственные уровни, загружать их в интернет, и Куплинов там проходит их. Но Куплинов потом, через некоторое время... В 2017 году Куплинов устал и бросил, больше перестал снимать. Говорил, что будут всякие там стримы, может быть, раз в месяц, но ни одного стрима, по-моему, так и не было. Блин. Ни одного стрима так и не было. Был один выпуск еще по Happy Wheels новогодний, как-то один. Ну, и на этом все. Но стримов реально никаких не было. Устал и навсегда, короче, бросил. Еще есть такой ютубер Денис Мейджор, называется, который каждое воскресенье снимал игру Super Mario Maker. Игра со схожей концепцией, там тоже люди создают свои уровни, загружают их в интернет, он проходит. 2015-го, с того момента, как игра вышла, и по конец 2019-го проходил... Вышла потом... В 2019 вышла Super Mario Maker 2. Он переключился на нее, но она покруче же. А потом... А, не вылезешь отсюда же. Я помню. Можешь через коридор пойти на кухню, обратно нет. А, понятно. Ладно, мы этот уровень сами проходили. Давайте посмотрим, что дальше. Мы этот уровень проходили с вами в первой серии по этому моду.
И если вы хотите посмотреть, то переключитесь туда. Нам нужно посмотреть на новые уровни. Ну, вышло Super Mario Maker 2, он там несколько выпусков снял. И устал, тоже бросил снимать. Больше не снимает. Иногда на стримах только играет. Но так больше он никогда не будет снимать. Вот что касается... И вот я считаю, что это не совсем правильно. Ну что, можно пару месяцев отдохнуть. И что? Можно же потом вернуться. Вот я могу когда-нибудь, конечно, устать от проходить эти моды. Но я никогда не сделаю так, чтобы навсегда это бросить. Я могу просто взять на какое-то время перерыв. Но навсегда забрасывать рубрику я не буду. Обещаю. Так, этот уровень мы тоже с вами, по-моему, проходили. Первый надо было так пройти. Надо было сначала сюда зайти, все пакости в зале выполнить. Потом войти на кухню, там пакости выполнить и спрятаться в шкаф, который на кухне. И тогда мы бы все бы это прошли. Вот это вот интересная задумка, что надо, что такая вот головоломка, нужно план составить. Интересно довольно, мне нравится. Так что не волнуйтесь, я рубрику с модами не брошу. Если устану, просто возьму перерыв, может, на месяц. Но навсегда точно не уйду. Не уйду от этой рубрики. Я пока еще, в принципе, не устал, пока я этого делать не буду. Сто процентов. Мы этот уровень проходили, можно было его и не проходить. Ну ладно, прошли так прошли. Может, второй сезон откроется, мы посмотрим. Сюрприз ко дню рождения. Готовься, тебе придется... Придется проводить больше времени в шкафу. Окей. Нам сейчас важно открыть второй сезон и посмотреть, что там. И можно ли его открыть вообще. Для этого надо пройти хотя бы три уровня в первом сезоне, чтобы открыть второй. Ну а если вы сами хотите изучить эту всю эту головоломку, то можете скачать мод по ссылке в описании. Просто скачайте и все. Так, ну я понял, что мы в гостиную не попадем никаким способом. Надо как можно скорее быстро взять яйцо, засунуть яйцо сюда и засунуть еще шутик туда. Бежим! И как можно скорее.
О, проблемы с графикой сразу пошли. Ну ладно. Пирог. Используй план Neighbors. Inhale. Inhale. Соседи в аду. То есть хардкор, что ли, или что имеется в виду? О, а я этого уровня не помню, кстати. Не помню, был он или нет. А, я понял, как тут надо действовать. В хардкоре тоже нельзя было никак пройти в гостиную. Там надо было сразу сделать все пакости вот здесь и спрятаться в шкаф. И мы сейчас этим, походу, займемся. Ох, вовремя-то я вышел. Я думал, что яйцо исчезнет, ну ладно. Нет, так. Головоломка интересная. Да, этого уровня, по-моему, не было. Мы не проходили, по-моему, его. Только почему окно тут темное? Как будто ночь. Там что, какая-то хрень, что ли, затянутая. За окном черная. Непонятно. Мистика какая-то вообще, честно говоря. Комната страха какая-то тут вообще. Для ночного уровня такая комната бы подошла больше. Да, второй сезон открылся. И мы с вами должны на него посмотреть. Давайте сначала на другие уровни тоже посмотрим. Я обязательно оставлю на этот мод ссылочку. Только что там написано в подсказке? Можешь зайти после кухни в гостиную, но обратно не сможешь. То есть, если я зайду на кухню, а потом из нее в гостиную, то обратно попасть уже никак. А, то есть я могу отсюда вот сюда зайти, но обратно, но из гостиной в кухню не смогу. Это так получается? Интересно. Здесь прям.
А, все что ли? И куда деваться? А, ну зашибись. Туда не войдешь. Хорошая, хорошая задумка. Ладно, мы поняли. Давайте банный день посмотрим. И не будем сильно много тратить времени. Если вы хотите, можете скачать мод по ссылке в описании и сами посмотреть. Так, что тут написано? Ты не можешь зайти через коридор в гостиную. А через гостиной можешь зайти в коридор обратно. Понятно. То есть эта дверь закрыта, а та открыта, получается. Интересно, интересно. Надо реально план составлять там по-всякому. Ну, давайте посмотрим, изменился ли второй сезон. Давайте посмотрим, поменялось ли тут что-то или нет. Да, поменялось. Только почему мы забагованы? Да, действительно, смотрите-ка, поменялось что-то. Но вот это вот окошко, оно ночное, правда. Вот это вот. Это из ночного уровня. А тогда поменялось. Еще унитаз там стоит. Комната ванны стала, короче, больше. Ванна теперь стоит посередине, а там еще за ней унитаз, шкаф. Офигенно все вообще. Так, на кухню. Так, на кухню нельзя отсюда зайти. Что-то быстро вообще, не так ли? Так, ну через эту дверь, я так понимаю, зайти можно. Короче, эту загадку мы с вами тоже поняли. Здесь нельзя войти через эту дверь, но можно через вот эту. Посмотрим, что со следующим уровнем. Солнечное утро. Сани, посмотрим сейчас. Какие у нас загадки будут здесь? Ага, в гостиную через коридор не войдешь. Ну да, сосед тут проходит, потому что не войдешь. Да, здесь окно тоже ночное, вот это вот. Понятно, с этой загадкой тоже разобрались. Маленькая хрюшка. Посмотрим, что здесь. Какие тут будут загадки. А этот уровень еще и ночной. Ух ты, оно очень, кстати, классно выглядит. Ну вот на этой стороне не очень, а с этой стороны очень классно. Так, какие тут будут загадки? Через все двери, я так понимаю, можно заходить. А, нет, на кухню мы не сможем войти через зал. Понятно. У каждого уровня свою сложность. Так, ну и что на пикничке у нас? Давайте посмотрим, какие загадки. Если хотите пройти их, то скачайте мод по ссылке в описании. И сыграйте сами. Так, а тут вообще нету прохода на первый этаж. Здесь нет первого этажа, здесь... А, аптечка находится здесь. И в воздухе, блин. Так все то же самое. И шкаф здесь находится. Да, компьютер это святое, он стоит на улице. И интересно, короче, реально интересно. У каждого уровня своя загадка. Не знаю, как там с третьим сезоном, возможно, там тоже есть свои загадки. Ну, я не хочу просто много времени сейчас тратить. Ну ладно. Вот этот мод, где у каждого мода своя особенность. У каждого уровня в этом моде своя особенность. Это прям вообще прикольная идея. Выглядит графика, конечно, не очень. Вот эти вот тени непонятные. Но идея с загадками, это очень классные. Ну как с загадками, с такими вот особенностями, с закрытыми дверьми. Это очень классная идея. Я плюсик этому моду ставлю. Мне понравился. Ссылка на него будет обязательно в описании. Ладно, на этом мы закончим. С вас лайк, подписывайтесь, меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру, когда соседи хотите их показать, присылайте в группе ВКонтакте в обсуждение, пишите в личку ВКонтакте или скидывайте в комментариях под видео. Правда, YouTube
может комментарий стереть. Ладно, всем пока.